капуки, кануки. Ха. Кто это? Не знаю. Может быть, это коробка? А может быть, это клумба? Машинки, сегодня это фундамент. Везите кубики, мы будем строить небоскреб. Понял. Еду! Как много кубиков! Молодцы, машинки! Их хватит на высокий небоскреб. Подвози кубики! Слишком высоко! Не могу достать до крыши! Машинки, не переживайте! Нам может помочь подъемный кран! Давай распакуем коробку вместе! Начнем сборку с основания подъемного крана. Теперь самая длинная часть. Какой высокий получается кран! Это лифт для крановщика. Вниз! Теперь установим кабину и длинную стрелу. На конце этой длинной стрелы есть крюк, которым подъемный кран поднимает груз. Груз может быть очень тяжелый. Чтобы кран не упал, нужно закрепить противовес.
Готово! Чтобы конструкция была еще прочнее, прикрепим несколько тросов. Короткий и длинный. Теперь прочно. На этой платформе подъемный кран сможет поднять кубики. Ух ты! Настоящий небоскреб! И подъемный кран, как настоящий!